Уже много лет клуб здоровья Центра внешкольной работы принимает детей и подростков после школы или во время каникул. Ребята здесь могут заняться спортом или творчеством, пообщаться с друзьями и найти единомышленников. ЦВР старается учесть интересы и потребности всех жителей микрорайона. И в этом учебном году, наряду с давно знакомыми кружками и секциями, открывает новое объединение. Клуб авторской песни «След» под руководством игумного Елены Валентиновны, а также фитнес-секция «Фитнес-энерджи», которая руководит Кочешкова Екатерина. Будем здесь же открывать курсы английского языка для малышей тоже с 4 лет. Уже группа создается, и в октябре она начнет работать. А также школа раннего развития для детей, которые предположительно через год пойдут в школу. На базе клуба здоровья действует молодежное общественное объединение «Армир». Сегодня оно насчитывает более 50 участников. Это старшие школьники, студенты и молодые специалисты. Присоединиться к ним могут все, кому уже исполнилось 14 лет. В «Армире» в основном занимаются историческими танцами и фехтованием. Ну и кроме этого у нас есть ремесленная деятельность, у нас есть ролевые игровые действия. В общем, деятельность вполне себе интересная, но и, в общем, свободной минуты не будет. По вечерам каждый день, кроме воскресенья, для всех желающих открыта игротека. Сюда можно зайти после школы или детского сада, весело провести время, поиграть в настольный теннис, бильярд или игры на эрудицию, смекалку и логику, почитать книги. Также в игротеке детей готовят к волонтерской деятельности. Продумываем акции, квесты, различные викторины с целью пропаганды ЗОЖа и вообще активной позиции молодежи. Сейчас актив игротеки и клуба здоровья готовит праздник микрорайона в честь начала нового учебного года. Он пройдет 13 сентября в 17 часов возле здания ОБЦ Носилкина 10/1. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24.